Какова социально-экономическая ситуация в областном центре? Решили ли насущные проблемы, выявленные в течение 9 месяцев этого года? Эти и другие вопросы поднял аким города Айтказы Карабалаев на совещании с участием главы региона Бердибека Сапарбаева. 2020 год значительно отличается от предыдущих. Внезапно вспыхнувшая коронавирусная инфекция притормозила развитие страны по многим направлениям. Однако поставленные главой государства задачи должны быть выполнены в положенные сроки. В связи с этим ответственные специалисты предоставили акиму Жамбылской области отчет о проведенной работе за 9 месяцев текущего года. Одним из первых поднятых вопросов касался долгостроя общеобразовательных учреждений. Школы, строительство должно было быть завершено в сентябре, все еще не сданы в эксплуатацию. Бердибек Сапарбаев отметил, что ремонтные строительные работы должны быть завершены не позднее ноября месяца. Также обсуждению подвергся вопрос касательно рыночных цен на социально значимые продукты питания. Глава региона отметил, что рост цен в период сезонного сбора урожая недопустим. Наша основная задача – урегулировать цены на продукты питания. Цены на некоторые товары действительно возросли. Что же мы будем делать, если после сбора урожая цены вновь поднимутся? Еще один поднятый вопрос касался дорог вблизи областного центра. В некоторых селах местные жители до сих пор вынуждены передвигаться по ямам да ухабам. Стоит отметить, что некоторые улицы областного центра также подверглись критике главы региона. Бердибек Сапарбаев поручил решить данную проблему в кратчайшие сроки. Новая система электронной оплаты не может урегулировать поток пассажиров в общественном транспорте. Однако за несколько дней ее эксплуатации было выявлено немало ошибок. Немало жалоб в социальных сетях поступило уже на электронные билеты. Жители областного центра сетуют, что валидаторы и терминалы не работают. Также некоторым приходится платить по несколько раз. Специалисты сами должны проверять исправность. В завершении совещания глава региона отметил, что развитие социально-экономического потенциала областного центра напрямую зависит от качественной реализации поставленных задач. Катерина Иващенко, Гани Алимжан, Мейрбек Сауранбай, 77 News.